Мы поговорили о вопросах стратегической стабильности, о тех изменениях, которые происходят в международной и региональной безопасности, как их надо учитывать, какие новые вызовы и угрозы и какое влияние они оказывают, как надо реагировать на те действия, которые совершают наши партнеры. Ну, допустим, в свое время США вышли из договора по ПРО, в настоящее время выход из договора о ракетах средней и меньшей дальности, их заявление о том, что они будут размещать эти ракеты на Востоке, прежде всего видят противника Китай, касается нас это или нет, как это влияет на европейскую безопасность, то, что системы ПРО развернуты в Румынии, в ближайшее время будут размещены в Польше, о том, что блоки, в которых размещается ракета ПРО, могут туда же размещать ударную ракету и так далее. Ну, собственно говоря, эти те претензии, которые мы предъявляли Соединенным Штатам о том, что они нарушают договор, и наша реакция. Мы не собираемся первыми ничего делать, но мы будем реагировать на те вызовы и угрозы, которые будут обозначены. Мы говорили, если говорить о новых вызовах и угрозах, о терроризме. И здесь у вас прошла серьезная конференция, и президент Беларуси Лукашенко сделал очень важные заявления. Мы солидируемся с ними, нужно объединять усилия в борьбе с этой угрозой. И очень важно, чтобы ни одно государство не оказывало поддержку террористическим организациям и не использовало эти организации в какой-то момент в своих интересах.